Почему мы тут? Полигон этот от Карабаша 74. Гараж у нас недоступен. Сейчас мы быстро все это дело исправим. Ставим сюда гаражные части и прицеп. И все. И откроем гараж. Вот так вот. Все как-то. Так, ну и что? Что-то надо поставить, на чем погонять. Погонять. Хаммер. Давайте оффроуд хаммер поставим, вроде он пошустрее. И уберем машинёшку. Так, убрали. Хаммер есть, так. Давайте вообще поставим, что тут у нас есть. Есть у нас хаммер H1. Сюда мы его поставим. Есть. Хаммер H2. Есть. На оффроуде мы катаемся. Так, дальше что-то у нас есть. 300. Это долго подгружает. Так, брал как раз 260. Еще кавза с пазом сюда что ли загоним для полного. Так, ну и все, наверное, продолжить. Просто покатаемся. Давайте поставим бампера все, наручные колеса, запас. Дерева тут нет, было раньше дерево.
было дерево, был какой-то кораблик. 13.04 версии. Хаммер вообще супер, подвесочка работает в идеале, все пружинки бегают. Второй мост. Так, вот тут как-то раньше был проезд сюда на пилорам, а переделано тут все. Переделано. Пилорама. Давайте тут ломанем по кругу. Прокатимся, посмотрим, что тут есть, что тут нет. Камни, мосты. Давайте прогоним тут по кругу, поглядим, что тут изменилось. Моста не было тут, по-моему. Так, грязь тут так и осталась. Что-то, ну, то что-то с ней не так. Она даже не провалилась. Так, тут трамплин где-то был еще. Давайте попробуем на трамплин. Опа! О, как хорошо. Привет. Шрабы. Так, еще тут, по идее, где-то должно быть два трамплина. Давайте вот, который повыше, попробуем сюда. Ой, не попаду. Опа! Отлично проскочили. Давайте второй. Проверим. Хаммер так отрегулирован хорошо, не знаю. Он так попрыгунчик такой. Правда, пришлось тут с ним поковыряться. С настройками подвески. И вообще. Настройками. Так, вот здесь. Опа. Ну, тоже неплохо. Так, давайте через мост. Так, не спалится с этого моста. Все, мост проехали. Так. Отсюда сверху мы выезжали, едем направо. Сколько мне кажется, там, по-моему, должно быть заправочка. Горячего-то подвесочка так бью. Сюда на заправку попробуем добраться. Есть заправка. Так.
заезд. Вообще жесткий тут, что-то вообще как-то тяжко ехать. Так, справа еще лесоповал. Наверху. Есть такое дело. Так, тут можно воспользоваться загрузкой бревен. Бревна еще нормально. Всех размеров валяются, сколько нужно. Так, ну давайте еще туда вернем. По асфальту я не вижу смысла ехать. Асфальт, он и есть асфальт. Давайте тут ломанем. Ух ты, не поймал столб, думал поймаю. Опа, вообще нормально. Проскочили. Сейчас вот тут, наверное, я, наверное, не перепрыгну все-таки. Ощущение. Ух! Надо перепрыгнуть, вообще отлично. А, ну вот и даже логотип. Евгений нарисовал Карабаш 74. Не, мне давно нравится этот полигончик. Женя молодец. Соорудил. Где можно машинки погонять, потестить. Давайте еще тут маханем. Ух ты! Все, геройски погиб, походу. Ух ты, ну давай встань на колеса, ну. Не судьба, походу. А, товарищи. Сейчас проверим лебедку. И оно работает. Это вообще супер. Так, тогда надо нам перецепиться как-то. Надо нам, наверное, потянуть его вот так. Угу. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Ну, давай. О, вроде зашевелились. Давай, зараза. Давай. Все, сейчас он в землю тут гонит. Не поднимет, интересно. Походу нет. Ладно, сейчас сделаем новый хаммер, да и все. Вот дела. Изначально надо было сделать. Так, сюда. Зацепить его надо. Прилетели. 1100, обалдеть. Харю разбили на хаваре.
снял. Сделал спереди. Нет. Надо его развернуть и сделать скрин, наверное, какой-то свет, он, видите, под машиной появился. Дневная подсветка, как в GTA-шке 5. Вообще супер. Наверное, что-то, потому что на крышу такого должно быть, по идее. Тоже прикольно. Вот так он, смотрите, через текстуру едет. Да, не знаю, как тут получится шлёпнуть. Как-то... Ага, сейчас пойдём подальше. Подальше. Надеюсь, что не свалимся. Так, все, скрин готов. Так что вот, ребята, такой полигончик. Сейчас мы еще с него стартанем. Высадка десанта. На-ка. Вообще нормуль, воткнули хаммер. Дела. Так что как-то так сейчас упадет, падает, падает. Парам. Пумс. И заправился сразу на заправке. Ладно, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Вот так вот. Такие дела. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. До свидания.